А если ты видишь сразу нестандартный кадр, то это новый влог, и он будет сегодня интересный. А мы сейчас едем на открытие бочки табака Перик. То есть, а когда-то давным-давно у меня во влогах можно было увидеть, когда я в офисе компании ВТО, мы прокуривали новый табачный лист Перик. Это индейский табак, не индийский, а индейский. И он обладает очень прикольным дурманным эффектом и заполнением пустоты внутри тебя. Сегодня будет официальное открытие этой бочки, и мы сейчас едем туда. Что мы увидим там? Это всю нашу кальянную такую движуху. И, конечно же, как будет выглядеть новая кальянная компания ВТО, которая будет находиться в Москве. О ней чуть попозже, но сейчас мы будем говорить об этом. Так что начинайте ставить лайки, сразу комментарии там какие-нибудь напишите. И мы сейчас едем это туда дегустировать. Перик от компании ВТО. Вкратце скажу, что это очень-очень редкая бочка. Там чуть ли не одна бочка в год, но чуть больше бочки, чем в год. Сколько это будет стоить, я не знаю, будет ли это вообще продаваться или только среди своих. Поэтому просто смотрим новый влог и ставим лайки. Собственно, мы уже подъехали к офису ВТО, то есть это уже кальянное ВТО, скоро будет. Вон те бронированные окна, это уже, собственно, ВТО. Находится все это на Марксистской 38. Пока открытия нет, я здесь полю сейчас всю эту информацию и все остальное. Так, мне звонит Игорек. Короче, новый офис мы не посмотрим. И новую кальяну ВТО тоже мы не посмотрим. Потому что нужно было приехать в их старый офис, который я уже снимал влог. Но я теперь еду туда и просто посмотрим уже открытие банки этого Перика. А это Дашенька. Ну ты животик. Короче, ждем такси и едем уже туда, блядь. Как же стрёмно. Ну нихуя никто не предупредил, потому что куда ехать. Вот так, сука, все и получается. Прибыли мы, где старый офис, бля, ебаная езда туда-сюда. Я уже чувствую, как здесь курят Перик. Походу, само официальное открытие банки мы уже проебали катанием своим. И мы вернулись вот такую вот старую добрую локацию. Сейчас зайдем, будем смотреть, кто там есть, товарищ, поспрашиваем, да и хуйней пострадаем. Вон, вижу, Серега вроде вышел. Нет, нет, не Серега. Да, все по классике, все по классике. Так, идем, у нас здесь уже ребята сидят. Маленькая коллекция такая людей. Привет. Как дела? Все, огонь. Привет. Наконец-то он доехал. Наконец-то я доехал. Привет, дорогой. Что-то мало здесь места стало. Где? Мало места, зато все. А я, короче, там на кристалле стою, думаю, сейчас пацанам покажу новое помещение. Слюну пустил, чуть-чуть позже. Да, да, слюну пустил, думал, гляну, что там у вас. Но, увы, бочка. Это она. 400 килограмм. 500 килограмм. Мы бы ее просто не допёрли. То есть, соответственно, я ему задал вопрос, мы с Лешей задали ему вопрос, мы хотим хотя бы немного получить, он говорит, ребята, ну 14 или 18 лет, и сказали, мы хотим получить, он говорит, ребят, там уже аукционы такие, он не продается, то есть там распределено все на весь мир. Но мы его все-таки убедили, мы получили несколько килограмм этого 18-летнего перика. Сейчас его будем готовить, его можно будет попробовать только лучше. Не на продажу, то есть это как... Сегодня мы почему немножечко и совместили этот табак, который полтора года выдерживается в бочках, ферментируется в собственном соку, мы вскроем эту бочку сегодня. Мы сегодня едим посмотреть вот этот вот сыр, почему он здесь напротив. Ему 60 месяцев выдержки. Это хамон, которому 5 лет выдержки. То есть небольшое сочетание. Кубинский ром, который выдерживался в бочках 7 лет. И сегодня мы будем курить. Старье, короче, да, у нас сегодня? Не старье. Это лучшее. Это лучшее, это винтажное. Если мы чем-то травимся, то давайте травиться чем-то благородным. Saint James Parish, Louisiana, and I'm
tobacco that takes in the back over 12 day hunts. It's processed under high pressure anaerobically. It creates a fantastic tobacco, one of the rarest tobaccos in the world, one of the most aromatic with flavor, with no chemicals added. Just tremendous tobacco that adds flavor. And I'm so excited that we got our new friends that we're working with it. And I can't wait to see what exciting new blends they come up with. Thank you. Тишина такая. Зато теперь пиздеть не будет, что вы, бля, альфакер вымачиваете. Мы на это вообще не обращали внимания. Пускай продолжают дальше. Собаки лают, блядь. На мясокомбинатины. Караван идет. Куда же без собак, блядь? Наверное, самый интересный момент сейчас будет. Будут открывать вот эту бочку. Она запечатана. Прям прикольно. Надпись. С воском. Шереметьево, аэропорт, Москва. Перед фром. Может, одновременно откроем бутылку шампанского? И обольем бочку. Может быть, разобьем об бочку бутылку шампанского? Кран есть. Наш малышка присутствует на таком моменте. Может, просто открутим кольца и... Мы же хотели поставить эту бочку. Поставим эту бочку вам же. Вот это воск. Ну да. Воск отковыривается и ну все. Ну да. Надо инструкцию. Инструкцию где она есть там? Покупал. Она в бочке есть. Да, да, как ее открыть, блядь. Сейчас, надо инструкцию посмотреть, как это все разобрать. Сколько она весит? 500. Килограмм? Да. Положим. Да, я уж не представляю, как это движение какое-то. Прорежь хотя бы как-то. Мне кажется, лучше, да, вот сбоку взять, лучше снять. Да, ковыривать. Оп, оп, да, ты правильно угол взял. Оп. Давай. Одно кольцо пошло. Надо все, что ли? Нет, давай, давай, ничего не было. Да, дай, 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 мне кажется, оно не вылезет. Все, давай, твой закончился. Давай. Тихо. Приготовились. Кстати, увидели пробочку? Это свадебный. А там кирпичи внутри. Свадебный торт. Это алкогольная бочка. Ох, ну нифига себе. Свадебный торт. Бери. Ну что, давайте посмотрите. Оф. Вчера слив приехал. Вчера слив, да. Смотри, какой. Как кожа. А это по крылу? Нет. Да, он около года держит под очень сильным прессом. Нихуя, 500 килограмм в такую бочку запихать. Здесь пресс, да, ты подумай, это почти как камень. Давай, Елкин, сигарочку. Давай, будь прикурить. Вот это красота. Какой-то, знаешь, что-то это, чужой. Это Дред и Децла, братан. Да, да, да. Дитя джунглей. Что ты скажешь, да? Бля, да охуенно, это ж пиздец, блядь. Я первый раз в жизни вообще, ну, блядь, банку, бочку открываю какой-то. Какую-то либо. Здесь первый раз в жизни, здесь все первый раз в жизни. Да, да, все да, в первый да. раз в жизни, посмотри просто. Естественно, что лишили всех сразу. Давай, как в Питере, вот у это секс. Да, да, да. Заныривай. И что, все разбираешь? Да, 7500 килограмм. Насколько оно спрессовано вообще? Сильно. Ну, 500 килограмм, если она там довольно плотная. Пока Илья не ушел, давайте совместную фотку. Под руля. Давайте. Елкин, где твой стакан? Какого стакана туши угля? А, вот так вот, собственно, этот перик и выглядит. Максимально прессованный просто. В таких вот бочечках. Здесь полкилограмма. Это первая бочка в России, и как бы, ну, такой хуйни больше в России не будет в ближайшее время. Не, надеемся, что будет. Ну, имеется в ближайшее время, как бы, только здесь, только тут. Очень ограниченная поставка, и в мире за эти бочки просто дерутся. Ну, у нас есть.
Можно ли считать, что мы попали в какую-то российскую историю табака? Может, как бы первые самые? Само собой, мы самые первые. Но это не последний сюрприз. Будет что-то еще интересное. Просто чуть-чуть времени.